Сегодня хочу тебе порекомендовать паблик Golden Vice Family. В общем, в этом паблике есть бот, который выдает модификации на любой вкус, вообще на любой цвет, все, что хочешь есть. Также, если написать боту /deepsize, ты получишь аккаунт, но аккаунты ограничены, тоже это понимаю. В общем, крутой паблик, сейчас у них также скидочки на товары и проходит конкурс на 20 крутых призовых мест. В общем, мемы, модификации, все это есть и все это круто. В общем, ссылочка на данный паблик будет в описании и... Доброго времени суток подписчикам моего канала, с вами Тофик Дипсайз, и я в принципе не знаю даже с чего начать, мои дорогие друзья, но я думаю по названию данного видеоролика вы поняли то, что это слив GTA для слабых компьютеров. Ну, давайте, пожалуй, я вам расскажу, что в ней есть. В общем, друзья, здесь заменены все скины для банд в HQ качестве. Что такое HQ качество, друзья? Ну, вот вам могу показать сейчас пример, как они будут выглядеть, то есть, ну... Стандартные, как модели, только с улучшенными и, так скажем, проработанными текстурами. Мне интересно, почему не могли это сделать, то есть Rockstar, почему нельзя было сделать лучше текстуры? Кстати, пишите свой ответ на данный вопрос в комментариях. Далее, друзья, заменен ганпак, заменены все оружия, ну, основные такие, как М4, Дию, Фист, Бита... В общем, все основное заменено. Также, друзья, здесь стоит таймсус, как мы можем видеть, если подняться чуть-чуть выше. И куча разных FPS-апов, которые, например, убирают листву, так скажем. Где-то детализация уменьшается и дает нам прирост. Дальность прорисовки чуть-чуть меньше стала. Также, друзья, заменен General. Звуки я поставил более, так скажем, для Fast Plus, если для какой-то ПКМ стрельбы. Ну, это так вам на заметку. Я не буду, друзья, тянуть это видео очень долго, что-то долго рассказывать вам. Зачем? Ну, это ж не нужно, правильно, друг? В общем, у меня только к тебе одна просьба, друг. Я сейчас, кстати, снимаю видео в 5 утра, то есть, как ты уже понял, ну, если ты меня очень давно смотришь, ты знаешь, что я выкладываю видеоролики каждый день, и я сегодня не спал, потому что надо делать ролики. Представьтесь ко мне играть на Грант, здесь я администратор. Я думаю, в курсе уже все, я, наверное, видосов уже около 14 сделал на данном сервере. Ну, я прошел тренировочный срок на админке, сейчас я здесь админю, слежу за гетто и тому подобное. То есть я буду рад всех видеть, друзья. Указываем, друзья, ник приглашенного Тофик Дипсайз, это первое, друзья. После чего, как вы указали никнейм приглашенного Тофик Дипсайз, заходим в 12 пункт доната. И здесь указываем 16 пункт ввести промокод. Здесь, друзья, также пишем Тофик Дипсайз. После чего, как вы напишите Тофик Дипсайз, вы получите, друзья, все скиллы, випку на аккаунт и куча разных прибамбасов. Кого интересует онлайн на сервере, друзья, ну сейчас, конечно же, 5 утра, и вы понимаете, что все нормальные люди в такое время спят. Мне не дают покоя заснять видеоролик. В общем, онлайн на сервере, друзья, в обычный день составляет от 600 до 700 онлайна. В общем, друзья, я буду вас всех очень рад видеть. Ну, а теперь давайте мы приступим к демонстрации, к сборке. Я вам желаю, друзья, приятного просмотра. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо вам за то, что вы ставите лайки на мои ролики, то, что поддерживаете их, пишите комментарии. Поставьте гребаный колокольчик, пожалуйста. Очень вас прошу. И рекомендуйте мой канал, конечно же, друзьям. Если вы хотите, чтобы я что-то еще для вас собрал, какую-то сборочку, то, друзья, давайте на этом видеоролике наберем 2000 лайков, и я для вас что-то еще соберу. А что собрать, также пишите в комментариях. И по скрипту, друзья, для немножко глупеньких людей. Тофик, а где текстуры? А где замененные машины? Где ENB? Ну, вы поняли, о чем я говорю. Это GTA для слабых компьютеров. Я вам больше скажу. Даже вот этот скин HQ качества жрет FPS. Но я его заменил, чтобы, так скажем, хоть что-то было в сборке. Вот так вот. Кого интересует, какой у меня FPS на данной сборке? Ну, у меня 300-400. Вот так вот. Всем, друзья, спасибо еще раз за просмотр данного видеоролика. Ссылочка на IP Гранда и, конечно, ссылочка на эту сборку будет в описании. Спасибо, что вы меня понимаете и любите меня. Loosen up, 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 loosen
drums in. I take the hate out, I put the love in. On trial, double murder when the glove fits. Johnny Cochran ain't around, put the sub in. Hungry fiends, they need thrills, so I'll try to feed that. College kids sitting on the edge of their beanbags. They need that thriller, and I promise I'll deliver. No manila envelope, we all colors, no vanilla like. I ain't just trying to survive, I'm still trying to thrive. I never want to say goodbye, but this road's getting hard and my loosen up,